Огромные банты, нарядные фартуки, белые рубашки и букеты цветов. Пришел сентябрь, а вместе с ним и первый осенний праздник – День знаний. Особенно волнителен этот день, конечно, для первоклашек. В Приморье в этом году их 23 тысячи. Я тоже в школу собиралась, подбирала все наряд. Только, видно, зря старалась, в моде форма, говорят. Впереди у школьников непростое время. Их ждет раннее пробуждение, домашние задания и экзамены. Но несмотря на это, первоклашки и старшеклассники встречают День знаний с улыбками на лицах. Губернатор Приморья поздравил школьников с началом нового учебного года, открыв торжественную линейку в школе номер 14 Уссурийска. Впереди новый учебный год, новые знания, новые друзья, учителя, те, которые будут вас поддерживать. Поэтому, ребята, в добрый путь. С днем знаний! Олег Кожемяка также отметил, что несмотря на мощный удар стихии, который пришелся на Уссурийский городской округ, правительство Приморья в кратчайшие сроки организует ремонт в тех учебных организациях, где это необходимо, чтобы дети обучались в комфортных и светлых классах. А в завершении линейки по доброй традиции первоклассница и одиннадцатиклассник дали первый в этом году звонок, ознаменовав начало нового учебного года, нового жизненного этапа. Анна Дьякова, новости на восьмом.